я вот проездом проезжал, едет мой друг на лошади, откуда он едет. Видео остановился, сейчас поговорим. Вот смотрите, какая тут у нас Уссурийская речка, ширина 27 метров. Здорово, Александр Викторович. Откуда вы едете? Ё-моё. Едем с поля, набирали камня, потому что камень не надо. Будем ставить забор. Под шутки надо камень трамбовать. Ага. Ну вы тут только и наперли на телегу. Даже на два сорты разделили. Смотрите, подписчики. На два. Вот его вазок. Это ласкательно сказано, но его ширина. Ну-ка, Валик, разведи руки в стороны, покажи, какая ширина. Ты за пиратсанем разведи. Ага. А это у вас красавчик, да? Да, это красавчик танцует, да? Так вы сейчас домой едете, да? Ну, едьте потихоньку, я вас сниму сбоку. Ну-ну. Сейчас, друзья, подписчики, вот на Саневой речке плавает пара лебедей. Покажу. Видите, какая пара. Это, Саня, вы их подкармливаете тут, да? Это, наверное, молодые еще на яйцах не сидят, да? Ну, может быть и так, а может... Да. О, красиво парочка. Да. Молоденькие, чтобы аж дюбки черненькие. Красиво. Полюбоваться ими, да. Покормить их приятно. Ну, хай плывут здоровенькие. Вон на той год выведу, так семейку снимем, да? Да. Красиво идут. Красиво, да. Давай, давай. У мамаши будет ставить забор. Ну, добро, поедем, друзья. Сейчас покажем, как он красиво бежит. Их не трудяга. Добро, друзья, заходите на канал, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.